Здравствуйте, вы смотрите программу «Актуальное интервью». Образ города складывается не только из впечатлений от улиц и площадей. Критерии качества жизни для горожан – это в первую очередь хорошие дороги, возможность получать образование и всесторонне развиваться, быстро и просто решать бытовые вопросы, содержательно проводить свободное время. О перспективах развития города Томо, Талданского района, о том, чем сегодня гордится муниципалитет и какие задачи предстоит еще решить – мы поговорим с главой города Томот Александром Сергеевичем Самарским. Александр Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня хотелось бы, конечно, поговорить о жизни города. Расскажите, пожалуйста, нам, какая численность населения сейчас, какой средний возраст у жителей города и чем занято население? Ну, численность населения нашего города вот по последней переписи населения составила 7200. Вот по сравнению даже с 2012-2014 годом у нас численность упала на 5 тысяч. Было 12, сейчас уже 7. Вот средний возраст у нас составляет 50 лет. Вот, большинство. Ну и город у нас, во-первых, ну это бюджетный, да, это сфера живет. Промышленные предприятия, автотранспортные предприятия, то есть нефтеперерабатывающие у нас склад «Саханефтегазбыт», социальные объекты, это у нас Томотский психоневрологический дом-интернат, в поселке Илмых у нас тоже дом-интернат республиканского значения. В принципе, это все в целом. Отдельное внимание заслуживает и сфера жилищно-коммунального хозяйства. В чем вы видите главные трудности в этой сфере и какие возможные пути решения? Вы знаете, ну, в сфере ЖКХ у нас, думаю, проблемы, как и во всех муниципалитетах. Ну, это у нас для нас на сегодняшний день актуально это вывозная канализация. То есть у нас в большинстве своем септики, которые вывозятся автомашинами, и они уже в достаточно аварийном состоянии. То есть ежемесячно у нас, каждую весну у нас получается, когда начинается таяние снега, эти септики переполняются, постоянно поступают жалобы, понятно. И сегодня, вот на сегодняшний день у нас та организация, которая занималась вывозом, она вдруг резко поставила нас перед фактом, что все, мы больше возить не будем. То есть у нас вот этот монополизм, конечно, нам вставляет палки в колеса, но вот благодаря ассоциации АЯМ они оперативно откликнулись, они взяли на себя эту ношу. И сейчас как бы проблема эта у нас решается. В дальнейшем у нас путь решения здесь такой хороший, такой адекватный. Это у нас будет строиться СБО, две станции биологической обработки. То есть будет система очистных коллекторов. Проект уже готов. Мы с депутатами этот проект согласовали, то есть были неоднократные слушания, где-то корректировали, где-то не соглашались. В итоге сейчас проект готов. Сейчас документы поданы у нас в МИНЭК, в Министерство экономики. Ждем, чтобы вот уже начали строительство. Вот эта проблема у нас будет уже решена. Хочется надеяться, что она действительно решится. Скажите, а вот по жилищным вопросам какие были проработаны моменты? У нас в городе 90% жилья признано аварийным. И вот сейчас у нас происходит реализация программы переселения граждан из аварийного жилья. Вот. У нас 79 тысяч квадратных площадей вошло в программу домов, которые признаны аварийными до 2017 года. То есть у нас вот даже за прошлый год уже 160 семей получили квартир. 6 домов у нас уже введены в эксплуатацию только за прошлый год. В этом году, вот буквально позавчера, была межведомственная комиссия, мы принимали 2 дома. То есть сейчас мы заселим еще 2 дома на подходе. Ну и вот в перспективе мы смотрим, если программа у нас рассчитана до 2025 года, то мы планируем ее в 2024 году завершить, чтобы уже ускоренными темпами продолжить следующее заселение. Ну вот видели, да, что вот у нас уже целый квартал строится. То есть у нас идет приоритет не строительство где-то, вот там дом, вот именно что вот новое, современная квартальная застройка с площадками, благоустроенная, вот современный вид у нее такой. И
таким вот путем мы хотим решать эту проблему. Но ведь не только жилищный фонд вводится в эксплуатацию, есть же еще и объекты социальной жизни города. Конечно, у нас в этом году начинается строительство детского сада на этой стороне, на левом берегу. У нас есть два детских сада есть, но они уже достаточно старые. И по теплу есть проблемы, да, что вот ребятишкам холодно. И мы сейчас решили построить один большой с запасом мест, потому что мы планируем, что у нас численность населения будет расти. Вот на перспективу строим здесь. А также вот в этом году мы вот отводим земельный участок в поселке Синегорье. Там тоже и школы, и садик уже старые, уже как бы начинают приходить в аварийное состояние. Хотим построить там одновременно здание, одно большое здание, где будет и школа, и садик с разных сторон. Кроме того, вот у нас сейчас документы уже поданы в Минтруд, и дальше оно идет на Россию, это федеральная программа строительства дома для престарелых. Здесь у нас, на левом берегу, у нас давным-давно было место, где у нас был профилакторий. Вот, там замечательное место, там даже еще дорожки остались. Вот. И в этом месте хотим построить вот дом для престарелых, где у нас могут люди спокойно доживать свой век, будут под присмотром, скажем так. Александр Сергеевич, ну вот развитию такого важного стратегического направления, как предпринимательство, во многом способствует именно муниципальная политика по поддержке малого и среднего бизнеса. Вот смотрите, у нас просто на примере, да, мы выиграли в 2021 году, вошли, точнее, в финал всероссийского конкурса, получили деньги и построили парк здесь, на левом берегу, да, в котором были предусмотрены места для, под кафе, да, под когда вот мероприятия, под продажу там, какой-то продукции, да, где мы спокойно их дадим предпринимателям, чтобы они занимались своим бизнесом. Далее, вот в прошлом году мы выиграли еще один всероссийский конкурс, стали победителями. Вот, благоустройство и развитие малых городов, исторических поселений. И в этом году мы уже сейчас вот сдаем документы на госэкспертизу, будем отыгрывать, строить на правом берегу большую зону отдыха, которая называется Укулан, где тоже предусмотрена у нас поддержка, ну, вот, места для того, чтобы вовлекать индивидуальных предпринимателей, малый, средний бизнес. Вот. Кроме того, вот у нас занимается здесь наш житель самозанятый, вот, Леонид Солкин, кузнец. Что мне в нем, чем меня это завлекло, то, что к нему приходят дети. Дети с ним занимаются, это им интересно. И мы сейчас пытаемся вот помочь ему, чтобы получил грант, да, чтобы построить эту кузню. То есть вот таким вот образом и всячески то, что, по крайней мере, то, что предприниматели приходят, предлагают, если это интересно, мы обязательно это поддерживаем. Не так давно президент Российской Федерации на встрече с министрами сказал, что пришло время переориентировать национальную экономику. Теперь мы в полной мере ощутили, что одной нефти недостаточно и нужно думать о внутренних факторах развития. Это цитата президента Владимира Владимировича Путина. Скажите, какие сферы жизнедеятельности и направления бизнеса вы видите в ближайшем времени в Томоте? Вот смотрите, у нас сейчас заканчивается строительство завода «Сахабазальт» по производству минваты. То есть это уже рабочие места, это развитие, это бизнес. Как сказал президент, не нефть. А дальше вот у нас продолжается сейчас, уже отведена земля, и процесс продолжается. И тоже планируется строительство рыбозавода. Я считаю, это тоже очень важное такое направление, не сколько в бизнесе и развитии. Если взять, вот я сам отсюда, Томоцкий, если мы в детстве пацанами вот ездили, переехали на лодке, наловили там за ночь ведро рыбы, да, приехали, то сейчас это, ну, крайне проблематично. И то, что вот у нас будет этот рыбозавод, где будут разводить мальков,
будут разводить «Хариус» и «Валек». Это кормовая база для линка и таймения. То есть развивать популяции рыбы – это одновременно и бизнес, это развитие, и это у нас охрана природы. Это тоже очень здорово. Ну и по социальным тоже у нас объектам. Если у нас сейчас будут построены станция биологической обработки, то, что вот я говорил, да, вот с этим, с коллекторной системой коллекторов, то тогда уже мы можем, например, в рамках там, социально-экономического партнерства строить бассейн для нас. Поэтому у нас, я уже не говорю о том, что вот у нас уже зашло предприятие Эльконская ГМК, она буквально вот в 50 километрах от нас, где они сейчас добывают золото. Они планируют открывать здесь вахтовый поселок на 1000 мест. Вот. Это, опять же, я почему делаю уклон, не только бизнес, да, но это и развитие, это увеличение численности рабочих мест. То есть это будет поднимать поселок, развивать поселок, к чему, в принципе, мы все и стремимся. Конечно, но ведь еще и опираться стоит на молодежь, потому что это поколение, которое принесет нам немало новых достижений. Вот как раз-таки четверть населения вашего муниципалитета – это молодые люди. Какие возможности есть здесь у юношества для реализации своего потенциала? Вот это, конечно, такая большая проблема. Вот нам приезжают молодые специалисты. Мы, со своей очереди, оказываем поддержку, предоставляем жилье, все замечательно, но их можно понять, да, они приходят с работы домой, но им хочется что-то там, куда-то сходить, как-то провести свой досуг, как-то отвлечься. Ну и вот постоянно слышу такое, что вот некуда сходить, да. Вот у нас есть кинотеатр 3D, ну, пока что это одно из небольших таких развлечений. Вот, поэтому, чтобы молодежь у нас здесь оставалась, чтобы нужно постоянно что-то внедрять, постоянно что-то добавлять. Вот я сам, знаете, да, вот занимаюсь техническим видом спорта, экстремальным видом спорта. И как бы здесь есть люди, которые тоже этим занимаются, ну, одиночки, да, по одному. И сейчас они вот подходят, ну, вот это, тянутся, мы вместе там начинаем что-то придумывать, какие-то у нас есть планы такие достаточно хорошие, чтобы завлекать молодежь современным, таким с чем-то новым. Плюс вот, понятно, что вот в спорте у нас есть секции хоккей, да, вот мы сейчас организовали приобретением новой формы. Вот прям я вот прошлый год немножко отвлекусь. Прошлый год, когда вот только-только встал на должность, я пришел на соревнования по хоккею между юношескими командами. И я смотрю, с одного населенного, ну, от муниципалитета приехали ребята, все с иголочки, со второго. И я потом посмотрел на нас, ну, было горько, да. Мы занялись этим вопросом, мы переговорили с АКЖДЕ, попросили помочь. Они нам приобрели форму, сейчас соревнования были, прям, ну, любо-дорого посмотреть, да. Также и самбо у нас, вольная борьба, тоже постоянно поддерживаем. Вот у нас по вольной борьбе тренер берет ребятишек, едут куда-то на соревнования, всем, чем надо, помогаем, никогда не отказываем. Но это у нас спорт, да, к примеру. Есть у нас такое вот лито, формирование литературное. Вот я их просто увидел, где-то один раз выступили у нас. Мне настолько это понравилось, я пришел, говорю, я хочу помогать. Давайте помогать. Чем помочь? Вот надо так-то, так-то. И вот сейчас вот ребятишки приобрели себе ну вот, костюмы. Да? Мы совместно с индивидуальными предпринимателями отправили в Якутск. То есть все вот эти движения, которые у нас направлены на детей, вот даже кузни, да, я тоже подошел, говорю, давай делать, потому что это у нас связано с ребятишками. Все это вот именно в первую очередь, чтобы потом это было интересно. Вот у меня у самого двое детей, у меня дочь 17 лет, Даша, сыну 12, Павел. Я вас их слушаю, сейчас получается, что среди молодежи такое выражение, что модным, извините, умным быть модно. Вот это стало таким вот, как сказать, основным направлением для меня. То есть вот это вот надо обязательно поддержать. Умным быть модно, здоровым быть модно.
такие вот вещи. Поэтому, когда она будет, вот это вот все, вот здесь бурлить, кипеть, почему вот мы обязательно настояли на том, чтобы, когда у нас все строится, будет зона отдыха Укла, чтобы обязательно там был скейтодром, новый на досках, чтобы катались, чтобы был обязательно скалодром, такие вот вещи, которые непривычные, но интересные, на которые они смотрят только по телевизору. А тут, когда это есть у тебя здесь, когда ты можешь это спокойно заниматься, это здорово. Как вы считаете, вот, например, спортивные или ремесленнические активности можно ли развить в плане туризма? Или как-то использовать в этом разрезе зону отдыха Укулан? Зона отдыха Укулан, она у нас, вообще как она сформировалась, как была идея? А каждый я строит там музей промышленности республики. То есть там будут экспонаты, именно железнодорожные, да? И там предусмотрено у нас будут вагоны, как гостиница, да? То есть это будет для привлечения туристов. То есть если туристы приезжают на зону отдыха Укулан, к нам отдыхают, у них уже будет где место остановиться. То есть или вот эти вот кузнечная продукция, да, она может там реализоваться, к примеру, как вариант. А в плане туристического кластера, развития туристического кластера, у нас здесь, сами видите, какая природа, да. Есть у нас достаточно такие серьезные задумки, я пока, извините, не буду их. Но как вариант, ну такие вот стандартные, это у нас сплав, да, это у нас катание на лодках, это отдых на берегу, это рыбалка обязательно. Вот у нас есть 6-я школа на этой стороне, директор Молдуянов Геннадий Семенович, он в этом плане очень активный человек, он с ребятишками постоянно. Идет на сплавы, да, сегодня вот буквально они биатлоном занимались, на лыжах катались. Поэтому его я буду обязательно в этом плане привлекать. И вот зона отдыха Укулан в том числе. Ну вот я говорил, что будет скейтодром, скалодром. Это будет привлекать туристов. Тут же им нужно будет обязательно место отдыха, да. Тут же им нужно будет кафешки, где покушать. То есть это все должно быть у нас взаимосвязано. Это будет взаимосвязано. Это и бизнес, это и вот такие вот направления, как вы сказали. И в завершение нашей с вами беседы скажите, чем сейчас может гордиться Томот и каким вы видите его через 10 лет? Во-первых, Томот наш всегда гордился и будет гордиться нашей рекой, нашими удивительными местами, вот где мы сегодня приезжали, нашей природой. Это самое главное, чем мы сейчас гордимся. Вот. Есть у Томота такая вот фишка. Там мод название, да, он что справа налево, что слева направо, одинаково считается. Ну, это просто как ремарка. Вот, сегодня в прямом эфире с утра вот наша группа Бира была, выступала. Там давала интервью Исмакова Анна Титовна. Она у нас председатель Совета коренных малочисленных народов. Вот мы с ней очень сильно тесно взаимодействуем. И она сказала, что я верю, что у нас город станет цветущим садом. И ну, мне просто нельзя ее подвести. Я благодарю вас, Александр Сергеевич, за содержательную беседу. Большое вам спасибо за теплый прием в городе Томоте. И, как знать, возможно, после просмотра этого интервью многие сделают для себя необходимые выводы. Надежда, вам большое спасибо. Спасибо вашей съемочной группе. Мы очень рады, что вы к нам приехали. И надеемся, не последний раз. Ну, а я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя и до встречи в эфире.